Здравствуйте. Хочу тоже сказать большое спасибо за фестиваль, замечательный, душевный. И вы знаете, даже если бы он был 5 дней, я думаю, нам бы не хватило этого общения. Спасибо всем. Я сценарист, я пишу сценарии к художественным фильмам. По моим сценариям снято несколько фильмов, которые идут по центральным телевидениям России на дальние и ближние зарубежья. Вышла книга моих неизданных сценариев, неснятых, вот, и диск с 2 фильмами, которые идут по телевидению. Кому интересно, подходите, пообщаемся. Спасибо. Расскажу стихотворение, которое называется «Первый рабочий день». Ангел сидел у Невы, омывая рану водой. Перебито крыло. Вышла семья из вагона трамвая вечером поздним. За ней следом зло. Ангел в лучах отраженного света вскрикнул тревожно. «Достаточно бед! Лишь помогите взлететь с парапета!» Что белокрылый услышал в ответ? Молвила мать. «Ваши тщетны старания! Вам в небеса не взлететь никогда! Сына пугаете мне! До свидания! Не провожайте! Не стоит труда!» Щурясь, отец произнес торопливо. «Крылья твои устарели давно. Выправить их для меня хлопотливо. Слишком устроено все мудрено». Только дитя, что ответить, не знала. Мальчик его всей душой пожалел и эскимо. Жаль, осталось так мало, ангелу отдал. И ангел взлетел. Ангел вознесся, летя за семьёю, крылья святые в полете раскрыл и защитил всех, как должно, собою, выполнив долг, пал на землю, без крыл. Вспомнил вчерашний прием на работу, крылья под роспись, да Божий наказ, чувствовать к людям любовь и заботу, чувствовать искренно, не на показ. Морщась от боли, смотрел на ребенка. Мальчик уснул на руках и притих. Ангел подумал, а что, работенка, в общем-то, даже не хуже других. До новых встреч!